Обратный отсчет. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Никогда не скроется так надолго. Какой благородный жест со стороны Бога! Это очень мило со стороны Бога. Какая красивая радуга! Чем раньше мы приведем детей в театр, тем дети у нас будут добры, и мне кажется, некоторые дети у меня будут тоже точно такие, как вы, артисты, на вас равняться. Спасибо большое, что вы к нам приехали. Большое спасибо. Мне очень понравился спектакль, он очень хорошо поставлен, и все актеры сыграли очень хорошо, несмотря на то, что сегодня суббота, они пришли в театр сыграть. Художник, изображая любимую, просто обязан быть реалистом. В противном случае он не умеет рисовать, и его надо гнать из искусства поганой метлой. Да, как же Пикассо, Кандинский. Вся Пикассо надо гнать первым, а Кандинского вторым. А твоего жениха третьим. Спасибо не только нашему театру, но и вашему. Когда закончилась пьеса, первая стала моя дочь. Поверьте, для меня, как для матери, это вот огромная, огромная гордость. Знать, что ребенок чувствует и понимает, а чувствует и понимает благодаря вам и вашей любви к нам. Настоящий ты, настоящий я. Да какова бы ни была причина, у нас с тобой большие неприятности. Это я понял. Ну что же делать, Мелисса, ну не знаю. Может быть, уделить больше внимания танцам? У нас ведь неплохо получается, мы двигаемся, нас тянет друг к другу, да? Да может быть поэтому нас отправили на эти танцы, а? Да может быть поэтому и придумали эти танцы! Спасибо вам огромное, что вы дали нам возможность это все увидеть. И да, я вернусь к этой замечательной традиции в написании писем своим родным, близким, всем людям, которых я люблю и дорожу. Спасибо вам огромное. Телефон не берите. Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем больше удовольствия доставляет ему жизнь. Через 100-200 лет жизнь на Земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет теперь, то мы должны предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней. Знаете, мы приходим в театр, там отдохнуть, да, может быть, там наших житейских дел, и найти вопросы на такие же ответы, на такие жизненные вопросы. И сегодня я пойду домой немножечко счастливее. Спасибо вам огромное. Вот действительно же не важно, да, вот эти вот проблемы наши житейские. Самое главное — жить. И мы испытываем то же самое. Сегодня я приехала специально на этот спектакль из Беларуси за 1600 километров.
Честно скажу, совершенно не разочарованы, не жалею ни потраченных сил, времени и так далее. И более того, я решила, что я приеду еще и, возможно, даже не один раз. По ночам я вспоминала тебя. Вспоминала твою детскую одежду, твои детские книги, твой первый школьный день. Все, все вспоминала. От твоего дня рождения до последней весточки от тебя. Я закрывала глаза, и мне казалось, что ты защитил меня от надвигающегося ужаса. А когда я вспоминала, что происходит вокруг, я радовалась, что ты не подле меня. Произведение войны мне больше всего напоминает тех, которые говорят о страданиях. Самых таких черных моментах войны. И ваш вклад очень значим. Спасибо вам за это. Убыток от смерти бонза! Это утверждение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько. Зачем так устроен свет? Что жизнь, которая дается человеку один только раз, проходит без пользы. Не жалко было умирать! Хотелось бы сказать большое спасибо за тот пример, который вы дали людям в зале. Ведь человек, который всю жизнь считал убытки, он вдруг задумался о... Он вдруг задумался о своей жене. В том, что, я думаю, он правда раскаялся. Это очень трогательно. Спасибо вам большое. Сегодня вообще спектакль особенный. Мы приходим в театр, чтобы получить пищу для души. И сегодня актеры на сцене для нас накрыли великолепный ужин. Да, этот ужин был фантастический. Это была фантазия лирическая, душевная, которая затронула, наверное, вот струнки души каждого здесь зрителя. Бенни, как это ужасно вдруг осознавать, что всю свою жизнь ты говоришь правду. Искренне! Вы прощаете меня? Конечно, прощаю. Ведь вы непременно изменитесь. Впервые в жизни я понял, как важно быть серьезным! Я хочу сказать, что просто каждый из вас просто потрясающий. Ваши эмоции и каждое ваше действие, они завораживающие, волшебные. Вы огромные молодцы. Спасибо вам за такую прекрасную постановку. Спасибо за такой прекрасный день и за проведенное время. Продолжайте, пожалуйста. Удачи вам. Очень счастливый человек, потому что посмотрела замечательную, великолепнейшую игру. Каждая своей клеточкой я прочувствовала ваш образ. Спасибо вам за эту эмоцию. И хочется сказать, что, наверное, сила театра именно в том, что, выйдя после спектакля, мы еще очень долго думаем, мы примеряем какие-то образы на себя. В этом его сила. Вот ли я, как все, или человек,
Смогу ли я переступить или не смогу, тварь ли я? Или право имею? Убивать! Убивать право имеете! Черт! Черт меня тогда потащил. Пусть после мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я точно такая же кошка, как и все. Когда я к старухе ходил, я только попробовать сходил. Да я нажми старушку, я тебя убиваю. Посещаю спектакль, и сам этот фестиваль примерно второй год. И мне было непривычно и очень приятно увидеть новые лица, новый коллектив, который сыграл на этой сцене. И я бы хотела поблагодарить вас за этот прекрасный спектакль. Я думаю, всему залу это понравилось. Сегодня начинается движение по возвращению театра, очеловеченного театра, театра красивого, театра мощного, театра, который привлекает все свои ресурсы для того, чтобы составить значимый, содержательный, глубокий диалог со зрителем. И, как мне кажется, сегодня мы были свидетелями именно такого усилия. Вот Пушкин делает свои 5 шагов, вот Дантес делает свои, тут главное считать. 3, 4, а 5-го не будет. Пушкин-то об этом не знает, потому и ждет, потому и не стреляет, а я-то знаю. Сейчас пора, и чтобы голова на уровне пушкинского бедра, и пусть потом гадают, кто это, да что это, придурок какой-то выскочил. Еще одной загадкой литературоведения будет больше, и пропади оно все пропадом, что было в этой жизни. А что, собственно, было? Детский садик, школа 69-я, армия, это долбанный магазинчик на Василеостровской. Что было? Что будет? Да и будет ли? Так уж лучше под пулю Дантеса, все больше толку. Жаль. Жаль, что нельзя. Смирно! Ну вот что, ребята! Вася! Товарищи летчицы, меня устраивает, что союзы у нас с вами одинаковые. Будем с вами союзниками. Вася! Ну, то есть боевыми товарищами. Считайте, что я вас взял? Вася! Ну, то есть принял. Ну, извините, волнуюсь. Ура! Было самое-самое интересное место. Везде. А когда шарик крутили, мне это очень понравилось. Когда мука сыпалась. Сыпалась или поднималась? Это я, извини, тебе помог. У ведьмы. Мне казалось, да, там хорошо, туман, это очень классно. Да. Там, где они побеждали ведьм. А я тоже, знаю, что такое сбежал. Я сама сбежала. Да.
Потому что я хоть и маленькая была, но тоже раньше всех родилась, и самая старшая в семье. Да, и все хозяйство было на мне. Там все сопли подотри, потолки побели, отцу обед приготовь. И мне однажды все это надоело. И я в кузов машины прыгнула и уехала. Все почему? Потому что я была начитанная. Я с детства книжки читала, и у меня от этого ум появился. А вы кто? Вы что, издеваетесь? Я? Знаете, вот, наверное, вы показали судьбу людей, вот какая она есть, без прикрас. Вот все, что нас окружает. Были и слезы, и смех, и сожаление, и грусть какая-то. Но вот, знаете, вот при всем при том, была самая для меня лично, вот вишенка на торте, это белочки. Вы знаете, вот здесь вот такое вот умиление. И вот все, жизнь, она, знаете, немножко поворачивается то вправо, то влево. А вот белочки, это было вот все вот в этом спектакле. Спасибо вам большое. Вы знаете, вы такие все классные. Все такие красивые, все такие талантливые, музыкальные. Сколько в этом спектакле музыки, сколько каждый из вас вот выходил, и вот что-то было интересное, новое. Вот там появилось, вот там. Конечно, когда этот экран вот показывает, да, вот помогает, мультимедийный, так скажем, современный, все пропитано вот современностью. Ну вы ну классные, спасибо вам большое. Я благодарна Богу, что со мной не случались такие ситуации, но у меня есть очень-очень много знакомых, сверстников, которые проходили через эту боль. Поэтому на протяжении всего спектакля меня разъедали жгучие слезы. Я хочу поблагодарить вас и обнять всеми фибрами своей души за то, что вы подняли такую проблему, показали нам все ужасы, всю трагедию данной ситуации. Спасибо вам большое. Мы ждем вас еще раз. Приезжаем из Гукова. Мне так нравится, как вы играете. Тебя, Миша, вообще обожаю. Учитывая, что тебя есть жена. А вот вашу Наташу вы так хорошо играете, что я просто уже была готова убить. Наш театр – это наши друзья. И говорят, что большая дорога начинается с маленькой тропы. И сегодня мы видим, что наш дорогой драматический театр на большой театральной дороге. А как же я люблю эти удивительные свойства человеческой души. Умение любить, веру в добро, благородство никогда. Никогда этим чувствам не придет конец. И вы, жители всего королевства, видите мир не таким, как видят его другие, но удивительным, таким, каким могут его видеть только те, кто верит в добро и любовь. Удивительным и немножечко волшебным! Не тяжело ли вам перекрестно носить платье? Будьте добры, микрофончик. Нет, мне ничего тяжело, потому что я верю в добро, волшебство. И вот эти волшебные крылышки, которые у меня под ногами, они действуют благодаря вашей абсолютной любви и сердечности. Дорогие артисты, ваша работа ценится душой и сердцем. Ваша органичность, ваша любовь к зрителям – это очень даже сильно заметно. Вы не
знаю, как вы это сделали. Вы очень хорошие артисты. Желаю вам добра, счастья и всего самого-самого лучшего. Все для того, чтобы начать все сначала. Пускай умрет 40 дней и 40 ночей. Да. Я готов. Мне это подходит. Мы сидели завороженные, боялись пошевелиться. И мы вам поверили. И мы теперь поняли, как надо делать, а как не надо. Как надо жить. И где мы совершаем ошибки, как можно их избежать. Спасибо огромное. Удачи вам. Приезжайте к работе на мышцах.